Самому младшему участнику этих соревнований Александру Янушу 27 лет. За плечами у спортсмена десятки побед, участие в престижных всеукраинских и международных соревнованиях. А в этом году Александр уже успел завоевать звание абсолютного чемпиона Украины по классическому парашютизму. Привлекло именно как экстремальный вид спорта, потому что чего-то хотелось такого экстренного, ну, экстремального такого. И прыгнул, попробовал, понравилось. Лариса Зубрицкая, майор десанта. Парашютным спортом занимается около 30 лет. Она показала лучшие результаты по двум прыжкам. Признается, это результат долгих тренировок и, конечно же, доля везения. Везение еще очень много значит, потому что погода, все в равных условиях, а весовые категории разные. Вот, ну, как? Тренировки, желание, ну и удача. В этот день участники должны были соревноваться по двум дисциплинам, но из-за сильного ветра акробатические маневры в свободном падении пришлось перенести. Понимаете, мы очень зависим от погоды, поэтому будем стараться сегодня включить еще по максимуму то, что можем. Теперь у ребят осталась одна главная задача – прыжки на точность приземления. Результаты спортсменов фиксировались автоматическим измерительным устройством с отображением на табло. 34 номер, 3 сантиметра. Последний этап соревнований пройдет на аэродроме Коротич 12 сентября, после чего судьи подведут итоги, назовут имена победителей. Вилен Мода, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».